Всем здорово, народ. С вами Бруда, и это «Настолки на удаленке». Как говорится, посмотрите, что я вам принес. Infection, Humanity's Last Gasp. Очередная игра, которая меня прям в хорошем смысле шокировала. Возможно, кто-то с ней знаком, но мне она очень круто зашла, офигенно понравилась. Вот, и я с нетерпением прям хочу вам рассказать, для тех особенно, кто не знает, кто не знаком, про эту игру, рассказать про основные правила. В общем, как вы поняли, наверное, из названия, то есть, как бы из серии «Инфекция», последние там «Надежды человечества», здесь мы будем бороться с разными видами болезней, вирусов и, в общем, искать, как бы уничтожать там элементы этих вирусов, чтобы спасти наше замечательное человечество. Вот, как раз такая наболевшая тема, уже были подобные игры, но вот эта игра меня прям очень круто зашла, поэтому погнали. Давайте начнем с быстрой партии, и я вам все подробно расскажу, покажу. Все начинается вот по классике, показывают землю, и вот у нас появляется outbreak, то есть это вспышка заболевания. Вот тут пишется, что где там, ну как бы название Reoviridae, это там в зависимости от уровня сложности, он пишет разные названия. Location South Africa, ну вот симптомы вы тут видите, можно посмотреть. Там несколько стадий якобы показывает. Вот, и здесь краткая такая история. Нулевой пациент был там пожилой женщиной. С момента первого случая было также уже обнаружено 8852 подтвержденных случая заражения. Вот, ну, в общем, бла-бла-бла. Погнали всех лечить, в общем. Вот это такая предыстория. Так, вот эту, сейчас я свой логотип чуть-чуть в стороночку уберу, потому что он, я думаю, будет здесь мешать. Даже не знаю, куда его лучше. Вот так, наверное. Сейчас поймете, почему. Поехали. Что у нас есть? Вот это наш вирус, с которым мы будем сейчас бороться. Вот он состоит из таких нескольких элементов. С, С и Е. Да, это его, можно сказать, там, не знаю, кристаллическая решетка или формула, как это правильно назвать. Внутри каждой ячейки содержится определенный набор элементов или белков, как их правильно здесь назвать, которые мы будем уничтожать. То есть, в общем, вот это наш вирус. Здесь есть вот такая вот панель вот этих вот элементов, составляющих вирус. У нас есть С и Е. Вот здесь мы можем посмотреть. Вот это все пока что возможные варианты на данном уровне сложности элементов этого вируса. И вот мы видим С. У нас внутри С содержится два зелененьких этих белка. Ну, наверное, я их буду называть белками, потому что тут вот есть такие же элементы. Они называются белки, если я не ошибаюсь. Вот. Сейчас, секунду, на всякий случай проверю. Ну да, proteins они здесь называются, белки. Вот, мы, значит, их будем уничтожать. Каким образом все это будет происходить? Вот мы смотрим, что у нас есть С, вот он. Написано, что в С один красный и два зелененьких. Вот мы смотрим сюда. Написано, что белок С, точнее не белок, а даже как это, или, ну, не знаю, часть, или как это назвать, один из частей вирусов вот этого, он будет как бы С, да, называться. Или как-то химсоединение, в общем, неважно, понятно. Внутри него содержится вот одна красная и две зелененьких. Они вот эти все ячейки, они сейчас пустые. Мы будем здесь синтезировать этот белок и заполнять элементы вируса в каждом его вот этом компоненте, А, Б, С, Д там, и так далее.
И как только мы заполним для каждого вируса полностью всю его схему белками, то этот вирус будет считаться, этот компонент, элемент вируса будет считаться побежденным, уничтоженным. Сложность в том, что вирус будет мутировать еще. То есть будет добавляться у него, либо один элемент будет превращаться в другой, либо они будут как-то изменять свой состав и так далее. Нам надо будет за этим следить и разные действия предпринимать для этого. Что у нас вообще есть? У нас есть вот такая вот еще лаборатория. То есть наборы в лабораториях от игры к игре постоянно разные. У нас есть вот персонал, пока что у нас как бы пусто, да. У нас есть технологии, тоже пустые. У нас есть магазин. Вот. У нас есть вот в верхней части наши денежки. Вот 15 тысяч долларов у нас есть. Дальше здесь... Вот эти все точки – это стадии как раз распространения вируса. Они будут с каждым ходом вот так вот заполняться, увеличиваться и менять свой цвет. Пока что как бы все безопасно. У нас есть также финансирование. Каждый ход нам вот дается, пока написано, плюс 2К. Дальше с течением развития этого вируса и с увеличением как бы заражения у нас финансирование будет падать, в какой-то момент у нас вообще прекратится финансирование, потому что, ну, подумают, что якобы бороться бессмысленно, мол, разбирайтесь там сами, вот. Ну, мы, соответственно, будем разбираться. Что, ну, давайте теперь перейдем к элементам магазина для начала. Покажу я, что здесь у нас есть. Может быть, мы просто сразу что-нибудь купим. Пока еще сам толком не знаю, что тут у нас есть. Ну, как бы я частично ознакомился, но тут очень много всяких потенциальных вариантов. Значит, у нас есть какой-то доктор С. Голдштайн. Вот у него есть вот такие две штуки. То есть использовать cutting-edge технику, которая позволяет всем протеинам быть собранными. Вот это что-то прям такое мощное, но для этого нам нужен специальный врач, вот Евген Монро. Для вот этой темы нам нужен Роберт Фостер. Улучшите ваше оборудование, эффективность вашего оборудования, позволяющего использовать два дополнительных элемента оборудования. Вот, ну как бы это пока мы не можем использовать. Давайте посмотрим хемостат. Раз в ход вы можете заменить все собранные протеины, все собранные белки. Можно его купить вот за 2К, и каждый ход я могу его использовать. Но использовать я смогу только одну какую-то технологию, которая у меня есть на данном этапе. И есть еще вот у нас возможность купить Absorption SPM. Раз в ход вы можете уничтожить молекулу с одним или двумя видимыми сторонами. Все остальные кондишены все еще действуют. Как бы надо тоже разобраться, как именно вот эта тема работает, потому что пока что у меня не получилось ее использовать. Но окей, разберемся. Стоит она 8 тысяч, достаточно дорого. You may destroy molecule with один or two visible sites. Один or two visible sites. Вот здесь написано, что вот якобы тут из 6 клеток 2, что-то вот с двумя здесь происходит. Может быть, я могу взять ее, использовать и вот так вот две части сразу уничтожить. Но как бы будем пробовать. Вот. Я использовал тут пока что в других играх разные элементы, другие. То есть вот это пока не удалось. Ну окей, давайте смотреть, что у нас тут есть. Вот у нас текущая ситуация сейчас. Вы можете собрать 4 протеина в этом раунде. Это очень круто, потому что как бы обычно их 2. Вот, 4 протеина, вот написано Harvest 4. Это значит, я могу их собрать все 4. Вот это протеины на первый раунд, а белки, которые мне доступны. То есть у каждого из них также есть стоимость. Вот этот я собираю за 0 денег. Этот мне будет стоить 1К, этот 2К, этот 4К. Зачем нам все это нужно? Мы берем вот таким образом, то есть мы смотрим, что в нашем вирусе есть две C-шки, да, как мы уже говорили. Две C-шки, вот мы можем заполнить две зелененьких, красных у нас нету вот таких вот штук, белков.
И у нас есть один в вирусе Е, то есть... Элемент Е содержится в этом вирусе в качестве одной штуки, да, вот он. Он содержит синюю, розовую и зеленую, зеленые белки. Вот, значит, что мы можем сделать максимально эффективно, чтобы это было? Но мы на самом деле можем неплохо здесь развернуться, потому что мы можем прям вообще вот так вот сделать. Денег у нас, в принципе, хватает. Мы делаем вот таким образом. Этих у нас два, поэтому их надо уничтожить максимально быстро. То есть мы вот так вот просто перетаскиваем, и получается все, у нас вот эта ячейка заполнена. Мы можем ее отменить, если нам надо, да, если мы ошиблись, вот. Но мы как бы будем делать вот таким образом. Так. Сейчас. Убить мы никакой вирус не можем, потому что у нас нет розовых. Давайте так. И вот так. То есть мы заполнили нашими белками все наше пространство, да, вот из двух вирусов, из двух элементов, которые у нас есть. Стоило это нам 3К. Не хочу я использовать вот этот, потому что он очень дорогой, за 4К вообще не очень хочется. Так, еще здесь есть такая фишка, как нам же надо как-то деньги зарабатывать, да, потому что денег-то у нас особо не хватит, если мы просто будем так сидеть и транжирить их на белки. У нас есть такая возможность, то есть если мы нажмем на вот эту кнопку, вот показано, за каждую клетку, которую мы вылечим, да, когда мы уничтожим, вот скажем, вот эту клетку, на ее месте появится вылеченная ячейка, и нажав на нее, мы получим 6К. Вот, соответственно, на эти две мы получим вот по 4К. Ну и так далее. По краям 2К. Вот, то есть сейчас у нас ход закончен. Я больше ничего делать не хочу. За 4К я тратить не хочу, как я уже сказал. И мы будем дальше смотреть, что будет происходить. Confirm. Вот, видите, что у нас удалились зелененькие белки из вот этих цешек. И удалился синенький из Е. Все. Мы сделали хорошую работу, поэтому на этом наш ход закончен. То есть мы как бы ничего не можем здесь сделать. Мы можем что-то купить, но я пока, как я говорил, уже покупать ничего не буду. Вот, потому что нам нужен тут... ну вот у нас вот эта тема есть. Мы можем раз в ход заменить все доступные протеины. Ну, кстати, можем это купить. Давайте купим. Confirm. Все, 2000 мы потратили. У нас появился вот такой вот хемостат. Мы можем его использовать. В следующих раундах увидим, зачем вообще все это нужно. Погнали. Завершаем ход вот таким образом. Confirm. Смотрим на текущую ситуацию. Вот у нас идет ролл. Для, вот написано containment success, то есть это значит вспышек других не было, но произошла мутация. Вот мы видим, что у нас мутировала одна ячейка. Ну вот сейчас мы вернемся, покажу. Теперь вот таким образом здесь представлен вариант синтеза белков. То есть вот у нас есть, это как бы наша лаборатория, можно сказать, да, и мы здесь синтезируем эти белки. Вот есть определенный набор этих белков, и я должен выбрать из них 4. Просто я выбираю вот таким вот образом. Это такая вещь достаточно рандомная, что здесь как, непонятно, где что. И вот мы получилось, синтезировали 4 белка. Это у нас новости на сегодняшний день, что у нас есть. Мы получили 2К финансирования дополнительного, потому что мы молодцы были в прошлом раунде. Вирус мутировал, окей, это плохо. И вот есть очень большой шанс новой вспышки. Это нам для информации, потому что у нас в лаборатории также бывают всякие вещи. Там, например, заплатить денег, чтобы отправить каких-то там ученых куда-то на дополнительные исследования, чтобы минимизировать потенциальные вспышки. Вот. Таким образом, мы, вот зная, что сейчас возможна вспышка, если у нас будет доступ к такой опции, мы можем ее использовать, чтобы эту вспышку минимизировать. Вот. Окей. Нормальный. Вот это очень плохой получился у нас здесь добыча наших белков. Два красных, два синих. Но на самом деле, вот... Если бы не вот эта мутация, я бы сказал, что это плохо, потому что
по факту это нормально. То есть у нас вот F-ка, мы можем закрыть сейчас C вообще целиком, уничтожить этот вирус, и начать уничтожать F, потому что у нас есть и красный, и синий. Но давайте посмотрим в наш стор, что у нас тут появилось нового. Вот у нас появилось доктор Шлинкер какой-то. Что у нас тут есть? Dispatch Highly Trained Teams. Вот, как раз отгрузить высококвалифицированный как бы персонал, чтобы минимизировать шанс нового аутбрейка. Вот, плюс 50%. Нам нужна Мелинда Йи. Так, а где она у нас? Есть она у нас вообще такая? Непонятно, есть она у нас или нет. А вот эта тема. Solve any one issue from your most recent set of notifications. Решить любую проблему из ваших текущих уведомлений. Вот. Требуется Аманда Браун. Но я что-то не совсем понял. У нас вообще нет этих врачей. Что здесь нет никого? Что здесь никого нет? Поэтому нам что, приходится терпеть, получается? Absorption SPM тоже вот пока что. Once per turn you may destroy molecule with one or two visible sites. Уже три раза я это прочитал. Может быть... Давайте попробуем, ладно, ее купить. Я не уверен, на самом деле, что это сработает. Цешка нам принесет сколько? 6К. Ладно, давайте пока не будем. Давайте убьем цешку. Очень, на самом деле, интересно, как это работает. Ну, сейчас разберемся. Цешку нам надо добить. Вот у нас за нолик мы берем и сюда тащим. Все. Цешку мы закрыли, считайте, да? И вот Harvest у нас уже стал один всего. А до этого у нас был Harvest 4 аж целых. Такс. Хемостата мы можем пересинтезировать. Но я на самом деле не хочу ничего пересинтезировать. Мне и так все нравится. Давайте сделаем F-ку теперь, да. F-ку лечим. А, все, у меня больше харвестов нет. Понятно. Ну да, у меня же всего 2 я могу сделать. Ну все, давайте confirm. С C-шки мы забираем деньги. И давайте купим сразу вот эту вот штуку, пока у нас ход не завершился. И проверим это все дело. Давайте buy. Да. Все, купили. Дальше будем разбираться, что это. Все, завершаем ход. В принципе, мы все сделали. И вот у нас новая вспышка та самая. Потому что мы же не отправили суперврачей со сверхспособностями для предотвращения этого всего дела. Поэтому сейчас будем с этим разбираться. Вот сейчас будет... А, мутации зато нет. Sample is stable написано. То есть наоборот получилось. Вспышка произошла. То есть у нас увеличилась вот здесь ячейка дополнительная. Но зато не было мутаций. Это хорошо. Давайте соберем еще 4 белка. Ну так себе мы насобирали на самом деле. Так, мы получили 2К финансирования. Ничего интересного вообще. Так, давайте смотреть, что у нас в сторе. Мелинда Йи, Аманда Браун. Так, а что у нас из стафа? Ничего нет. Так, хорошо, давайте смотреть, что у нас. В Ешке у нас зеленая есть и розовая, да. И в Эфке у нас синяя и красная. Но мы можем опять сделать Harvest 2. Убить, причем мы не можем ни один из них сейчас. Ну давайте, что делать? F-ку. Без разницы на самом деле. Вот что дешевле, давайте F-ку закроем. Вот так. И в Ешке у нас розовая есть. Я могу, конечно, пересинтезировать все. В Ешке у нас вот такая тема. Все, confirm, да? Что мы еще можем сделать? Пересинтезировать я не хочу. Все, у нас осталось по одному белку в каждом элементе. Если сейчас не будет мутации и мы хорошо насинтезируем, то возможно что-то изменится. Так, все, вспышек нет. Сейчас смотрим за мутациями. Мутация есть. Вот у нас появилась F-ка еще одна.
Да, и вот он появился новый элемент. Это плохо. Потому что нам придется сейчас с ним бороться с нуля. Так, ну вот, ужасная у нас получилась штука. Значит, вот мы насинтезировали белка, и получилось. Your incubators have malfunctioned, causing your proteins to spoil. Короче, у нас все исчезло. Синтезируем заново. Вот, у нас произошел там какой-то сбой в лаборатории. И, в общем, очень это круто, потому что нам приходится синтезировать все заново. Так, теперь давайте смотреть, что у нас произошло. Я получил опять финансирование. Были определенные критические мутации. Вы не можете использовать доктора Голдштайна в этом раунде. Окей. Все, погнали. Доктора Голдштайна. Доктор Голдштайн. Угу. Не может быть использован. Тогда... Сейчас, секунду. Или я все-таки могу использовать, когда у меня... Ну, просто я покупаю эту технологию и все. Получается, мне не нужен врач. Я потому что думал, что став как бы здесь... А, это, наверное, мой став. Да, это я перепутал слегка. То есть... Я покупаю, у меня будет в стафе вот эти вот люди появляться. Ну, хотя я не знаю, вот, например, здесь требуется Роберт Фостер, а у меня он недоступен. То есть у меня есть только вот доктор Шлинкер вот этот и Голдштейн. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сделать с вирусами. Сейчас разберемся с этими всеми врачами. Так, improve equipment и that allows all proteins to be harvested. Ну вот это прям что-то очень интересно, позволяет собрать все протеины. А как это вообще может быть? Так, минимизировать шанс этого аутбрейка и нотификации, да? Когда красные вот эти штуки идут, это вроде как, по-моему, увеличивает возможность дополнительных мутаций. То есть вот эти вот с красными углами надо максимально быстро уничтожать. Вряд ли у меня это получится, потому что вот это прям жирный вирус G получился у нас. Он вообще у нас пустой, да. Так, ну... Такс. One or two visible sites. В хемостат, значит, заменить все протеины, но на самом деле я могу избавиться от вот этих двух, а F-ка у нас причем сдвоенная здесь. Ладно, давайте не будем сейчас переролить это все дело. F-ку давайте добиваем вот так. Все, F-ки у нас нет. И Ешка у нас. Ешку мы добиваем. Confirm, да? У нас получится денег достаточно много. Нам можно сейчас что-нибудь потратить. Эфка, значит, у нас даст 4 плюс 2. У нас будет плюс 6. И Ешку мы добьем. Ешка даст еще 4. То есть у нас будет плюс 10 тысяч. Нам надо тратить деньги сейчас. Потому что максимум здесь 20 тысяч может быть. Так, давайте посмотрим. Вот это вот для минимизации аутбрейков этих. Это я не хочу. Дальше здесь improve equipment. Ну вот это очень хочется сделать. Евген Монро, непонятно, будет это работать или нет. Голдштайн я не могу использовать в этом раунде. Ну и вот это очень хочется попробовать за 8к. Ну давайте, ладно, купим вот эту. Confirm. Все, теперь мы подтверждаем вот это вот, все вот эти операции и собираем деньги, да. Ну вот 10к мы собрали. У нас остается только элемент G. Больше мы ничего делать не можем. Такс. Завершаем ход.
Аутбрейков у нас нет. Следим за мутациями теперь. Мутация есть. Бэшка, да? Ой-ой-ой. Ну все, пошло дело. Ешка у нас уже готова. Так, получили финансирование. И получилась опять у нас жесткая мутация. Так, за Ешку мы деньги, интересно, получим. Ничего не получим. Ешка у нас закрыта, вот получилось. И... давайте теперь разбираться. Вот, кстати, у нас есть два элемента. Получится у нас, интересно, использовать. All molecules currently targetable. Так. Не совсем понятно. Короче, молекулы будем это называть, да. Позволяет лаборатории более эффективно нацеливаться на молекулы внутри вируса. Ну, короче, не совсем понятно, что здесь имеется в виду. Так, что мы можем сделать? У нас Harvest'а 2. В Store у нас. Во! Так, у нас появилось... получить доступ к 5-му протеину, который может быть использован бесплатно. Покупаем. Confirm. И вот сразу можем его использовать. Вот это здесь фишка этих всех приборов в том, что... сейчас. Это я не хочу. В том, что это может не получиться. Потому что есть вот вероятность срабатывания этого девайса. Вот 50%, например, 100%. 50%. Вот давайте используем use. Confirm. Все, электронный микроскоп у нас успешно применился. И вот у нас появляется еще один бесплатный белок для как бы использования его в нашем лаборатории. Вот он стоит 0. И это очень круто, то есть это прям иногда выручает. Он здесь тоже рандомный, но тем не менее он бесплатный, это круто. Так, у нас, значит, здесь из красных есть он, да, в G и в B. B у нас пустой вообще, G у нас тоже пустой. У нас два Harvest'а. Два Harvest'а. Так, купить мы ничего больше не можем, поэтому... поэтому все, да, на этом выходит. И нам надо сейчас решить, что мы можем сделать. В G у нас есть также зелененький, а в B у нас зелененьких нету. Зато есть два синих. Но мы хотим минимально денег потратить сейчас, наверное, да. Какая нам разница? У нас вот этот синтезировался за бесплатно. Давайте его, пожалуй, используем. Ну вот в B у нас два синих и красный. В B два синих и красный. А в G у нас... ну, если мы будем G закрывать, то мы вообще ничего не потратим. Вот таким вот образом. Давайте confirm. Завершаем ход. Смотрим. Аутбрейков у нас опять нет. Все стабильно, спокойно. Смотрим за мутациями. Мутация есть. Ой-ой-ой, так. Ну все, поехали, господа, называется. Начали с маленького вируса, закончили каким-то жутким монстром, который уже тут распространился на половину пространства этого в микроскопе. Получили финансирование, опять была мутация. Advanced Targeting Available. Какой-то продвинутый таргетинг доступен мне и... наши команды предотвратили вспышку в зонах, да. Так, хорошо. Смотрим, что у нас доступно в сторе. Пятый протеин, так, это понятно. Роберт Фостер, да. Евген Монро. Ну что, будем покупать Евген Монро или что? Cutting Edge Techniques.
Так, а что там у нас было? Advanced Targeting Available, да? Ну-ка. А вот это я могу использовать? Не могу. Не могу, да? Так. Ну, синих у нас куча. Прям так опасно идет вот по этой границе. Поэтому я говорю, что это все надо уничтожать максимально быстро. Вот мы можем G уничтожить. Сдвоенных вирусов у нас нет. Так. А чё ж тогда? Давайте вот эту штуку попробуем. Cutting edge, это allow for all proteins to be harvested. Давайте buy за 4. И, собственно, здесь... Что мы хотим? G можно уничтожить. Давайте вот эту тему используем. Пятый бесплатный протеин. Тоже синий, да? Ну вот у нас есть два синих в G как раз. Harvest у нас всего два. Лучше мы не сделаем. Давайте уничтожать G. Хоть избавимся от потенциальных новых мутаций. Confirm. Забираем денежку. Завершаем ход. Так, опять здесь все спокойно. Потому что наша прекрасная команда предотвратила вспышки. Опять мутация, но у нас А сдвоенный получился. Давайте смотрим, что тут у нас. О, очень как-то плохо. Опять мутация. Так, increase chance. Так, вот увеличенные шансы новой вспышки. Давайте смотреть, что в лабе у нас. Ага. Вот он появился. Монро. Harvest one extra protein. Такс, это я купил, да ведь? Доктор Голдштайн. Евген Монро. Так. Use cutting edge technologies. Ну и чё? Давайте Евгена Монро возьмем. Купить за 8000. Confirm. Все. Harvest one extra protein, да? То есть у нас сейчас 2. Использовать. Confirm. 3. Так. И чё мы хотим сделать? А, вот, наверное, сюда надо было идти, да? Или что? Ладно, попробуем следующий ход. А здесь мы сейчас используем технологию вот эту. Я хочу заменить все собранные протеины. Хотя, или что, надо мне это вообще? Давайте посмотрим. А у нас... У нас есть... Мы можем сейчас что-то уничтожить? Мы можем уничтожить B полностью. Раз, два, три, да? Но нам вот A мешается. И нам можно взять, в принципе, еще один бесплатный. Давайте так и сделаем. Вот так вот сделаем. Пятый протеин, который будет бесплатный. Confirm. Смотрим. Красный нам пришел, да, бесплатный. Но мы можем очень задешево уничтожить B. А в А у нас что? В А у нас вообще пусто. И А у нас две штуки. А у нас две штуки. Может мутация от B пойти? Давайте, в общем, B загасим сходу. Задешево относительно. Сколько B даст нам? 2K. Confirm. Собираем B. Все. Завершаем ход. В следующий ход будем пытаться сделать этот cutting edge. Пока не совсем понятно как. И получится ли у нас вообще эта тема.
Так, что у нас? Ну, понятно, вспышка. Ага, А мутировал в Е. Просто прелесть. Опять плохо мы поработали здесь. Мутация и высокий шанс опять у нас. Но у нас остался зато... Две молекулы у нас осталось. Так, гомонайзер, протеин SAR 2 for 1. Вот эта тема очень крутая, у нас, правда, денег на нее не хватает. Она делает из одного белка два, то есть сразу на две ячейки раскидываются. Но у нас таких вирусов, вот он есть, кстати, один такой, с двумя красными. Это вот I как раз-таки. Так, какие у нас есть опции? Давайте пробовать вот эту тему. Use. Да. Так, и что? А, все. То есть все протеины можно собрать. То есть у меня увеличивается харвест максимальный. Все понятно, зачем это нужно. Крутяк. Но нам не очень, как бы, тогда получается повезло с этим... Со сбором с нашим, да, с нашим урожаем, так сказать. Чё у нас тут? Вообще ничего нет. У нас и денег нет. Давайте-ка мы перерулим эту тему. У нас тут только розовый и зеленый. Все. Все остальное мы не можем использовать. Причем они... А, ну хотя розовый, зеленый. Они у нас дешевые здесь, да? Давайте, пожалуй... Ну, все четыре я не хочу тратить, потому что у меня денег не останется. Давайте вот так вот сделаем. Еще один протеин бесплатный. Да, но, к сожалению, у нас это не срабатывает. Вот, окей, нам не повезло. Давайте, значит, закидываем это все в А, да? И вот сюда... Confirm. Confirm. Все ясно, значит, что этот Cut Engage делает. Мы собираем все протеины, которые нагенерили здесь. Harvest one extra protein, да? Так лучше уже Cut Engage использовать тогда. Чё нам? Так ведь. Так, очередная вспышка. Пошли тут заражения новые. Так, посмотрим, что тут у нас будет. И мутация. Это плохо. Так, ладно. Это еще такое, как бы, среднячуком мы отделались. Получили финансирование, мутация. Очень большой шанс нового аутбрейка. Так. Что мы имеем? Давайте смотреть. Урожай ужасный, да? Надо нам, наверное, сразу сделать вот эту вот тему. Я заменяю все собранные протеины. Так. Давайте. Use. Confirm. Давайте. Хоп. Отлично. Так. Вот это уже лучше. Вот это уже лучше. Если я собираю все... Я же могу собрать все. Вот через эту тему. А, не могу, да? Вот, Harvest One Extra Protein. А все не могу, почему-то. Технологии использовано 0. Но зато могу дополнительно один собрать. Так, если я собираю 2, то это ни о чем, да? Но я могу собрать 3. И тогда я закрою... 2 и
я их уничтожу, да, получается. Во, давайте вот так сделаем. То есть мы собираем две красных и синенькую. И тогда получается у нас что? Мы тратим 6К и собираем с этого 2 и 4. Собираем тоже 6К. Ну все. Harvest One Extra Protein. Давай, use, confirm. Все, у нас Harvest стал 3. И дальше мы уничтожаем Ай. Раз, два, три. Так ведь? Да. Confirm. Собираем денежку. 7К мы себе вернули. В сторе у нас что-нибудь есть интересное? Денег нет, да? А здесь... Так, Роберт Фостер требуется. Все, здесь получается мы все потратили. И очень хорошо потратили. Да, проблема в том, что будет аутбрейк. Но, окей. Вот он тот самый аутбрейк. Посмотрим, что по мутациям. Понятно. Так, ну у нас вот... Красную дайте, изверги. О! 1К финансирование, мутация, опять высокий шанс. Так, ну собственно все. Получается, вот наша А. Мы берем... Вот так вот, нолик, за нолик ставим, и красненькую за 4К ставим сюда. Так, ну и собственно все, confirm. Все? Вирус уничтожен, господа. Всех поздравляем, мы победили. Наша чудесная планета освобождена от страшного вируса, и мы все празднуем победу, и это не может не радовать. Вот такая вот прикольная анимация происходит. Но на самом деле, вот пишет, победа, вы уничтожили вирус и спасли человечество. Класс. Но на самом деле это был такой... Очень простой уровень сложности, там один из самых базовых, где изначальная структура вируса очень маленькая, как вы помните, была. Где там меньше вероятности вот этих всяких аутбрейков, хотя у нас они были там через ход практически. Вероятность мутации там какая-то тоже. Ну, то есть такое все лайтовенькое, чтобы, в принципе, ознакомиться с игрой. Потому что я тоже раньше пытался играть в дефолтные всякие настройки, а там стояли настройки, ну, далеко не самые простые, то есть было достаточно сложно разобраться там, что к чему. Вот, но для ознакомления я вот вам поставил все самое базовое. Заодно мы разобрались в правилах, использовали новые всякие фишечки для, ну, новые всякие вот эти вот инструменты в лабораториях. Которые я не особо раньше мог использовать, не мог понять, как они работают. Но вот, в общем, будем теперь больше разбираться. Так что, вот такая вот игра, как мне кажется, очень достойная, такая интересная, нетривиальная, с определенными там своими фишечками, как вы вот добываете эти белки, потом вы там дополнительные какие-то опции в лаборатории используете, чтобы победить вирус разными способами. Вот вам доступны всегда разные специалисты и разные девайсы в магазинах доступны. То есть у вас каждая следующая игра, она будет отличаться, тем более сам вирус будет по-разному синтезироваться. Вот, то есть очень много таких факторов, которые очень круто влияют на геймплей в плане его разнообразия. Так что
обязательно будем в эту игру катать. Сейчас будут дальше видосы от меня по разным видам этих молекул. Будем пытаться с этим разбираться. Вот, так что, если вам понравился видос, пальцы вверх, колокольчики, лайки, репосты. Все красавчики, все все знаете. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на ВК и Телеграм. Все ссылки, как обычно, будут в описании. С вами был Бруда и Настолки на удаленке. Всем респект, увидимся в следующих видосах. Играйте в крутые, умные игры. Всем пока!